И еще об одном. Карагандинцам больше не придется бегать по различным офисам компании «Караганды-Жарык», чтобы заменить счетчик, получить технические условия для новостройки и сверить показания приборов учета. Все эти и еще много других услуг с текущего месяца предоставляются по принципу одного окна в здании департамента распределения электроэнергии по адресу улица Муканова, 57/3. Карагандинец Али Биташкин один из первых воспользовался централизованным офисом городской РЭС. Здесь он за считанные минуты получил полную консультацию по замене электросчетчика и оставил заявку. По словам Алиби, новый принцип работы службы сбыта намного облегчит жизнь потребителей. Я пришел сюда, чтобы зарегистрировать свой счетчик, поменять счетчик, и очень быстро помогли, все быстро организовали, уже все закончили. Сейчас иду домой и завтра буду ждать, когда придут собственные электрики и заменят его. Основным преимуществом единой службы сбыта является оперативность, заявляют сотрудники «Караганды-Жарык». Благодаря принципу одного окна упрощены процедуры получения тех условий для новостроек и снятия показаний с приборов учета. Также потребители смогут, не бегая по кабинетам, сверить суммы задолженности или получить новые счета за электричество. Потребителям было тяжело, то есть им надо было ехать на юг, потом ехать с юга на районы, а потом обратно, если какие-то вопросы еще есть, обратно возвращаться, потом ехать в энергоснабжающую организацию. То есть это все-таки как бы было неудобно для потребителей, считаю. А в настоящее время сейчас все службы объединены, все службы находятся в одном месте, головной офис тоже находится у нас здесь. Новый централизованный офис объединил районные службы сбыта Юго-Востока, города и Октябрьского сектора. Единая служба расположена в здании ТО «Караганды-Жарык» по адресу улица Муканова, 57/3. Телефон нового офиса вы видите на экране. Айя Мамрина, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.